Красноярские полицейские требуют арестовать задержанного накануне стрелка по автомобилям. Напомним, пятеро жителей Свердловского района обратились с заявлением о порче своих машин. У всех один сценарий. Ехали по Предмостной площади, и стекла внезапно лопались от удара. 38-летнего мужчину задержали с поличным на улице Партизана Железняка, когда он собирался выстрелить по очередному автомобилю. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас следователи настаивают на аресте мужчины, чтобы избежать новых случаев.